Наука. Вирус Зика, открытый в 1947 году, как считается, приводит к микроцефалии плода, значительному уменьшению размеров черепа и, соответственно, головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Первые вспышки были обнаружены и описаны эпидемиологами в Уганде. В эти дни зарегистрированы вспышки в Южной Америке. Мы сегодня не знаем, как вирус мигрировал в Южную Америку, но мы предполагаем, что вполне вероятна мутация и что мутировавшим вирусом гораздо проще заразиться. Сегодня люди много путешествуют, и вполне вероятно, что в багаже имеются личинки, которые отложили комары. Сложно ли выявить вирус Зика? Симптомы заболевания похожи на те, что проявляются в легкой форме лихорадки денге. Головная боль, кожная сыпь, жар, недомогание, конъюнктивит и боли в суставах. Отличие в том, что при денге нет ни зуда, ни покраснения глаз. Так что нам легче разобраться и отличить одно заболевание от другого. А что вызывает микроцефалию? Микроцефалия не обязательно вызывается вирусом Зика. Ее причинами могут быть и внутриутробные инфекции, такие как краснуха, цитомегаловирус, токсоплазмоз и иные генетические нарушения. Но когда мы их все исключили, мы выявили, что причиной также может стать и вирус Зика. В зоне риска находится Бразилия. А существует ли лечение и лекарственные препараты, способные справляться с вирусом? Ведутся исследования, чтобы выяснить, поможет ли общая противовирусная терапия беременной женщине. В случае, если у нее выявлена симптоматика, свойственная этой инфекции, терапия может препятствовать передаче вируса от матери ребенку.